Еще несколько лет назад за высокотехнологичными средствами реабилитации пациентам нужно было ехать далеко за пределы региона или вовсе из России. Сегодня ультрасовременные бионические протезы устанавливают в нескольких городах Югры, в том числе и в Советском. Известие о том, что стране придется жить в условиях санкций, руководство «Жемчужины Югры» восприняло без страха и паники. Еще в прошлом году здесь начали переходить на импортозамещение. Работа с иностранными поставщиками. В 2021 году мы ощутили, что поставки идут долгие. Исходя из этого, мы коллегиально приняли решение переходить потихоньку на импортозамещение. У нас есть прекрасное производство российское, Метис Импакс, где выпускают весь спектр комплектующих для протезирования верхних и нижних конечностей. Поэтому мы, в принципе, такого острого, что ввелись какие-то санкции, не ощутили. Каждому пациенту искусственные конечности подбирают по индивидуальной программе реабилитации. Для изготовления любого протеза необходимо снять мерки, сделать слепки, потом примерить и подогнать. Техники реабилитационно-оздоровительного центра в работе с материалами отечественного производителя не видят никаких проблем. Сложности не произойдет, просто нужно будет немножко адаптироваться. Что-то нагревается дольше, что-то под другой температурой, как-то блокуется по-другому. Но адаптироваться всегда можно и легко все сделать. Протезы, что частично, а иногда и полностью заменяют людям руки и ноги, воплощение инженерной мысли. Специалисты «Жемчужины Югры» собирают искусственные конечности с микропроцессорным управлением. Здесь большая часть комплектующих – это иностранного производства. У нас в России, по сути, только компания «Моторика» является российским производителем таких протезов. Здесь, конечно, будут, наверное, какие-то такие небольшие заминки, проблемы. Но на сегодня мы на ближайшие как минимум полгода обеспечены этими протезами. Наша компания, есть у нас несколько пациентов, которые сейчас готовятся к такому сложному протезированию, занимаются реабилитацией. Ну, для них как бы мы заранее, так сказать, побеспокоились и зарезервировали. Руководство центра готово работать в любых условиях. Ведь ежегодно в услугах «Жемчужины Югры» нуждаются сотни жителей региона. Об оптимизации штатной численности здесь даже не думают. Пользуются господдержкой и программами помощи для социально ориентированных организаций. Мы, наоборот, планируем увеличение штатной численности. Мы очень надеемся на государство, что будет какое-то субсидирование. Я скажу честно, да, нам тяжеловато, в каком плане не хватает оборотных средств, потому что все поставщики до настоящего времени работали со срочкой платежа, но поставщики резко после ситуации 24 февраля перешли на предоплату. Здесь, конечно, есть определенные трудности, но мы получили с фонда поддержки микрозайм под небольшой процент, потому что мы социально ориентированное предприятие. И я еще очень надеюсь, что правительство для таких организаций, как мы, выделит еще субсидии. И поэтому вопрос о сокращении сотрудников вообще не стоит. Передовые технические средства реабилитации будут доступны людям с особенностями Югры и Янау, а значит и качество жизни тех, кому ежегодно необходимо современное протезирование, никак не изменится.